статистике, продолжительность жизни наркомана с момента начала употребления наркотиков не более 5 лет. Россия с результатом в 80 тонн в год занимает первое место в мире по количеству потребляемого героина. Родители, возможно, ваш ребенок уже знает о наркотиках больше, чем вы. У него часто резко меняется настроение. Он стал забывчивым, прячется для подозрительных телефонных разговоров. Мамы и папы. Героиновую зависимость можно определить. Это несложно. Обратите внимание. Сильно суженные зрачки, красноватые и блестящие глаза, постоянные перепады настроения, частые болезни, апатия и чрезмерная нервозность, вялость, пассивность и постоянная сонливость. Все эти признаки могут указывать на то, что ваш ребенок уже сделал свою первую инъекцию. Не паникуйте, вы можете помочь. Один взгляд, один разговор, одно объятие могут все изменить. Антинаркотическая компания телеканала «Дождь» создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Телеканал для тех, кому не наплевать. Смотрите телеканал «Дождь» в базовом пакете НТВ+, «Континент ТВ», в «Билайн ТВ» и «МТС ТВ», кабельной сети «Акада», а также в ваших iPhone и iPad и на tvrain.ru.